Добрый день, милый приятель. Добрый день, дорогие друзья. Я мечтал позвать вас на дальшую преднашку, верейную преднашку, которая со ускуточни в будове aircraft. Teraz to narýchlo prerátame 6. decembra roku 2012 vo štvrtok o 18. hodine. Z toho sa vytvára tradícia. Для меня большая честь пригласить вас на следующую лекцию, которая состоится 6 декабря в здании Aircraft в 18 часов. Информация об этом подробно. Из этих лекций начинает складываться традиция. Назва этой преднашки будет así такито. Русско ако нади света напряжите. Название лекции будет таким: Россия как надежда мира на выживание. Будет то преднашка о Руску ако цивилизации, о его визнаме. Будет то преднашка о будущности света в наполнении на будущность Руска. Это будет лекция о России, о ее значении, о будущем мира в связи с будущим России. Мусим подоткнуть же, этой теме советуем ако автор уж десятки роков, также ты, чем читаю, опознаю, предполагаем же, это вечина наших навштевников. Нечего подо мне в том-то о том-то читал. Хочу подчеркнуть, что я пишу об этом уже много-много лет, и те, кто придут на лекцию и слушают, может быть, этот текст знакомы с моими текстами, так что они что-то читали на эту тему. Звлашть будем совмещать стягу между русском и словенском, который ма свои параметры, бисом поведал, надштандартный, нештандартный, иррациональный, мистический. Особо буду говорить о отношении России и Словакии, которое не просто оно надстандартное, нестандартное, оно по-своему иррациональное, я бы даже сказал, мистическое. Словаци, акимси звлаштним способом уж по минимальне 200 роков, ак не вяц, су духовне напоене на Руско, о котором, доволим си поведать велми упримне, аж так вела не ведя. Словаки каким-то особым образом духовно соединены с Россией, о которой, если вот говорить вполне искренне, они так, в общем-то, особо многое и не знают. Але словаци веря, бисом поведал, веря в Руско. Словаки верят в Россию. С нечем подобным сом сострету в Сербску, але ето нечо иное не докажем, упрямне говорить, же сом то похопил за тех несколько дней. С чем-то похожим я встретился в Сербии, и это что-то другое, я не могу сказать, что вот я с этим, что я это понял за несколько дней, но это похожий феномен. План преднашки, ако вжди будем уверенены, сте витаны, маме уж трошку то наставлены так же, же веме садогоднуть, веме с маятелами тих престоров, уже как бы было вяц люди, так там будет вяц историчек, так же на туто преднашку резервация не нужна. Мы уже немножко разобрались вот с тем, как ходят люди, вот сколько ходит людей, поэтому резервация на эту лекцию не обязательно, если будет больше людей, там будет какой-то резерв стульев. Вот, так что приглашаю вас увидеться в четверг. Аз да последна вец, чо са тика видео зверейных преднашек. Затял их даваме вшетки, не маме к тому някий виграненный встях. Затял сме в том же видео зверейных преднашек буду верейны. Что касается видео, пока мы их даем все с публичных лекций и говорим о том, что видео с публичных лекций будут публичные. Але кень глубже позираме на статистику,
так видим же, но же единодухо, ако люди не позирают ту целу пред нашку, и они се ориентуют подле мези ти титулков тих капитул, которые даваме, прето си изважиме, лабо то е обровска праца ту целе настригать, виложить и так далее, так же ми си изважиме, чи будеме давать там целу пред нашку. Когда мы смотрим на статистику, мы понимаем, что люди не смотрят всю лекцию, вот сейчас мы ее начали делить на куски, поскольку это удобно, смотрят те куски, у которых более броское название. Да? То есть мы бы могли просто вот и будем давать какие-то более удачные названия. Но, может быть, мы придем в конечном итоге к выводу, что всю лекцию давать не надо, посмотрим. Также тешимся на встретнуть с вами в Будове Aircraft. До видения. До встречи в здании Aircraft. До свидания.